Всем привет! Вы на канале Нади Бранс. Пока я писала сценарий этого видоса про беременность, у меня даже раскраснели щеки. Наверное, потому что я вспомнила свою беременность, я вспомнила свои роды, и это все таким большим наплывом воспоминаний на меня накатило, что я немножечко раскраснелась. Хочу разбить это видео на три больших части. Первое — это первый триместр, соответственно, второй и третий триместры. Первый триместр для меня ознаменовался тем, что 22 февраля я узнаю о том, что я беременна. Короткие фрагменты того дня, когда я узнала о том, что я беременна. Несколько дней назад мне показалось, что задержка менструации не просто так. В общем, я сегодня сделала с утра 3 теста китайских. Они все положительные. Еще сходила, купила вот такой. И сегодня буду переделывать. Но ориентировочно должно быть где-то третья неделя. Сходила, купила фолиевую кислоту. Потому что надо ее так-то пить еще до того, как это может случиться, наступить беременность. Но я решила начать сейчас. Потому что раз если она предположительно уже есть, то 100% надо пить 400 микрограмм. Я еще не придумала, как буду об этом объявлять. Записалась к гинекологу через неделю, чтобы посмотреть, все ли хорошо с плодным яйцом. Тут включилась монтажная Надя. Здесь я показала, как я заказывала тортик, чтобы объявить о своей беременности. Мужу я не выдержала, сказала сразу. Самое интересное, что 9 февраля у меня прошел день рождения, мои 28 лет. Удалось отбахать несколько застолий, меня это очень сильно порадовало. Сейчас вы можете видеть фотографии нескольких столов, которых мне удалось сфотографировать. А 14 февраля был, естественно, день влюбленных. Мы его прекрасно также отметили с моим мужем, даже не догадываясь, что мы беременны. Начиная с декабря 2021 года мы активно обустраивали нашу новую квартиру в новом городе. Все делали сами. Мы очень рады, что попали именно в этот город, что у нас такое уютное гнездышко, в котором родилась наша доченька. На фото можно увидеть различные архивы того, как было, как стало. Нам очень нравится тот интерьер, который мы создали в рамках нашего бюджета. Боже мой, как сейчас вспоминаю, я особенно отчетливо помню, что у меня было очень жуткое извращение запахов до такой степени, что мне вообще казалось, что вокруг просто воняет все, в том числе даже я. Мне в какой-то момент вообще казалось, что мне все это кажется, потому что объективно я по всему дому искала источники какой-то зловония какого-то, но я его не находила. И мне муж то же самое говорил, он говорил, ты себе выдумала, такого быть не может, мы все проверили. Доходило до того, что я выбрасывала освежитель воздуха. Помню эпизод, когда я очень сильно захотела рыбы, это, наверное, было где-то в марте. Я пошла, купила на рынок рыбы, начала ее жарить, мне так хотелось этой рыбки, этого окуня, но я не смогла его съесть, потому что как только я его пожарила, мне стало так противно вообще, даже мысль о том, что я сейчас могу съесть этого окуня, я взяла и выкинула все в мусорку и сразу же пошла в контейнер выбрасывать, потому что этот запах был такой, что просто я хотела забыть, он мне снился потом еще долгое время, наверное, в течение всего первого триместра 100%. Начался вот этот токсикоз где-то с пятой недели. И в этот же момент еще была, естественно, тошнота. Она была как бы связана с запахами в большинстве своем. Помню, что я ничего есть не могла. Тошнотворное чувство в течение суток я хотела как-то хотя бы заглушить эту тошноту. Я читала множество различных советов в приложении, в котором я была. И читала также комментарии других девушек. Писали много что интересного по неделям. Одни писали, что им помогала вода с лимонным соком, мне она не помогла, кстати. Также еще писали девочки, что им помогает есть сухарики по утрам. Вот сухарики мне помогли. Сухарики я каждое утро ванильные, как сейчас помню, ненавижу сейчас их вообще. Муж еще тогда не мог до конца осознать, что мне действительно очень тяжело эмоционально и даже, можно сказать, физически. Из-за этого токсикоза. На первое время не понимал, почему я не хочу идти даже в магазин, потому что мне все запахи были в магазине особенно, это ужасное чувство усиливалось, тошнотворное, все это токсикозное комбо.
Я даже готовые продукты, принесенные домой, не могла их готовить. То есть доходило до того, что я не могла сготовить ужин. Не потому, что я не могу или у меня сил нет. Настолько тяжело переживается вот это вот изменение чувствительности обонятельных рецепторов. И вот тошнота постоянная подступающая, особенно по утрам, что приходилось забывать думать о том, что можно готовить пищу. Я не могла жарить мясо, я не могла жарить котлеты, у меня муж очень любит мясо. И вот этот запах, который раздавался по квартире, просто ужасающий. Вот рыба и жареное мясо. Рыбу я до сих пор особо не ем, хотя я вообще так-то рыболюб, рыбофил была до беременности. Благо, сейчас я могу есть мясо. Правда, без любви я его ем, особенно сейчас вот индейку не могу есть, курицу. Почему-то к белому мясу вообще отвращение. Заставляю себя, потому что я кормлю ребенка грудью. Это вот такие приветики от первого триместра. Так как была зима глубокая, и мы переехали в новый город, а тут очень сильные ветра. Потому что рядом, прямо рядом, в 10 минутах, 15 ходьбы от нашего дома, находится озеро. Оттуда, соответственно, огромное количество ветра идет. И зимой этот ветер, он не просто ветер, он ледяной ветер. Началась экзема холодовая. Она у меня много лет, у меня ее не было. Я стараюсь носить варежки всегда, даже осенью и весной я ношу варежки. Ну, про зиму я молчу. А там, видимо, из-за переезда, так как мы переезжали, очень много было переходов, переносов, всяких транспортировок, у меня эта экзема очень махровым цветом расцвела. На тот момент я не знала, что я беременна, когда она началась. А потом уже, когда я узнала, что я беременна, и вот эти переезды, этот холод, это все совпало, все эти стрессовые факторы, они скомпоновались и выдали этот неприятный процесс как экзема. Были очень сильные перепады настроения, связанные со страхами. Со страхами за то, что будет с ребенком, как мы будем жить, справлюсь ли я с ролью матери, справится ли мой муж с ролью семьянина, главы нашей маленькой семьи, сможет ли он нас обеспечивать, будет ли он здоров достаточно, чтобы это делать, будет ли у него настроение, смогу ли я сидеть в декрете так долго, готова ли я к тому, чтобы жертвовать своим ментальным, так сказать, состоянием, которого я достигла на момент, когда я забеременела, и просто вот рассыпаться на какой-то период и потом снова собирать себе заново. Я об этом очень сильно переживала, потому что я всю жизнь качаю свой мозг. Для меня самая большая ценность — это на самом деле иметь здоровое мышление, большой кругозор, системность знаний получаемых. И когда я не имею доступа к тому, чтобы развивать свой мозг, у меня начинается тревога, то есть как будто у меня самое главное в жизни отняли. В этот момент рождается мама, как я поняла, потому что ты начинаешь отставлять все свои предыдущие важные в жизни элементы и ставить на первое место, на пьедестал, все-таки своего ребенка. Кто, если не ты, будет выводить в этот социум твоего ребенка? Наши дети нужны только нам самим. И если делать вид, что этот ребенок кому-то другому рожден, то это абсолютная глупость. Мы рожаем ребенка только для себя, для своей семьи. Второй триместр. ОРВИ меня постигло, по-моему, во втором триместре. Причем я болела не сильно так. Хорошенечко так поболела и, в принципе, я даже не обращалась, но сказала своему гинекологу, что как бы я заболела, извините, простите меня. Я думала, что второй триместр, он прям супер крутой, прям легкий такой, приятный, потому что уже токсикоза нет, а животик еще не торчит большой, то есть вам еще более-менее комфортно ходить, передвигаться и спать. А у меня во втором триместре было другое событие, которое мне не дало покайфовать в этом триместре. Потому что у меня развился тромбоз геморроидальных узлов. Да, и очень интересно было то, что я думала, что меня будут оперировать, потому что я поехала в 12 ночи, меня отвезла моя любимая свекровь. Мы поехали в приемное отделение, потому что я 2 или 3 дня промучилась дома и поняла, что я не помогаю, мне консервативно вообще ничего не помогает, никакие свечи, никакие мази, которые я сама себе назначила, потому что, если что, кто-то меня смотрит впервые, я доктор по образованию, и, соответственно, я в рамках своих, так сказать, компетенций могла себе что-то назначить. Вот, и когда я приехала к этому доктору-проктологу, что интересно, клиника была огромная, я в Миллионнике городе на тот момент была, чисто случайно вообще в гости приехала.
И он мне говорит, что вы назначили себе не те лекарства, они вам не помогут. Я думаю, ну как не те? Типа, этим же лечат такие заболевания. Он говорит, ну нет, как бы, есть лекарства получше. И в тот момент я подумала, да, все-таки каждый специалист занимается своим делом. И я ему сказала большое спасибо. И он меня направил с новыми лекарствами. Мы в круглосуточной аптеке купили, и слава богу, это все обошлось. А вообще я читала, что это очень частая история для беременных, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни, как я. У меня много лет такой образ жизни, ну, как я уже сказала, я качаю только одно место, это как бы мозг, и мой мозг очень сильно любит это делать в таком положении за столом, за рабочим. Поэтому мне очень было обидно, что вот этот момент все-таки случился и со мной. Но я такая говорю, благодарю хотя бы, что у меня не было невропатии седалищного нерва, защемления седалищного нерва, которое бывает у некоторых беременных в конце второго или в третьем триместре, то есть перед самыми родами. Я этого больше всего боялась, потому что неврологические проблемы мне гораздо более страшны, чем какого-то, ну, такого плана, да, который можно лечить, так скажем, местно. Почему? Потому что седалищный нерв очень тяжело лечится, то есть до него еще добраться как бы надо, это очень, ну, маловероятно, потому что он находится глубоко, как мы все понимаем. Но, слава богу, у меня рецидива не случилось, и вплоть до родов у меня это не повторилось. Хотя мне этот проктолог сказал, что будет обязательно рецидивы, мол, готовьтесь, и как бы все уже, как бы все, приехали, финита ля комедия, это будет история не на один день. Ну, слава богу, так не случилось. В третьем триместре большой живот, конечно, давит на грудную клетку, на диафрагму, объем легких уменьшается, и немножко как собачка начинаешь дышать. Задыхаешься на каждом шагу, гулять не можешь, подниматься. Это все сопровождается дикой одышкой. Надо ходить медленно, как уточка, потому что ты реально просто можешь грохнуться. Центр тяжести меняется, мышцы очень сильно болят, тянутся. Причем и пресса, и спины. Причем всей спины на всех уровнях. Но чаще у меня болела шея в третьем триместре, вообще во время беременности, и поясница. Вот, грудной отдел не болел. Ремарочка, грудной отдел меня уже беспокоит сейчас, в послеродовом периоде. Сразу после родов болела тоже очень страшно поясница. За счет смещения обратно центра тяжести как бы в норму, в которой мы изначально всю жизнь и жили, то есть, то бишь я. Фоточки у меня есть беременности, тоже прикольные. Вот в этом триместре, сейчас я вставлю фоточки, покажу, как мой животик вырос. Моя беременность выпала сразу на два красивых времени года, это осень и весна. Удалось произвести сразу две фотосессии. Одна была уже непосредственно перед родами на берегу нашего озера. Вторая фотосессия профессиональная была на фоне красивущих цветущих сиреней и яблонь. Частично фотографии я также делала и самостоятельно, чтобы запомнить этот прекрасный период на всю свою жизнь. А доченька, кстати, родилась в очень красивый, золотой, теплый октябрьский денек. Думала, что у меня живот будет просто огромный, вот как у девочек, которые худые. Я потом наконец-то поняла, буквально месяца полтора назад, наверное, что мой живот не был таким огромным, потому что у меня, видимо, интересные формы таз, хорошие формы таз, в которые очень хорошо и удобно укладывается ребеночек. И, соответственно, он как бы не торчит кнаружи. У худых девочек, у них обычно и малый таз, и, соответственно, в малом тазу ребенку невозможно уместиться. В большом тазу именно. Есть большой и малый таз. Вот. У меня большой таз, он большой. То есть он больше, чем, видимо, среднестатистическое. Поэтому у меня не так выпирает, так скажем, если вот простым языком общечеловеческим доступным, выпирает передняя брюшная стенка. Соответственно, мой животик, я думала, о, он еще будет расти и расти. И оказалось, что, в принципе, это и был предел. Это смотрелось достаточно мило и не выглядело на последние какие-то там предродовые недели. И мне, конечно, это очень понравилось. Я всегда знала, что у меня большой-большой таз. Большой таз. Большой таз, если что, это латинское название. То есть, ну, это прям по латыни, да, анатомическая номенклатура. И бывает он средних размеров, бывает маленький, когда не может женщина вообще родить. То есть там еще и малый таз может быть
вдобавок малым, сильно малым, то есть меньше средних размеров, может быть, малый таз тоже обычно это в комплексе идет. И женщина не может разродиться, по-русски говоря. То есть это все очень интересно. Каждая женщина индивидуально, у каждой свои особенности. Вот у меня такая особенность. То есть у меня по фигуре это не сильно не выглядело ужасно, как пришитый какой-то живот, который не мой, как будто инородное тело какое-то, арбуз какой-то. Нет, я все ждала, думаю, когда же я уже зайду в помещение, и будет видно мой огроменный живот. Сначала зайдет живот, потом зайдет Надя. Но так не случилось. И, может быть, слава богу, я даже рада этому. То есть у меня такая особенность, что у меня живота до конца прям до родов, ну, не будет особо видно. Ну, есть животик какой-то и все. Не огромнющий. И хорошо. Самое интересное, что в третьем триместре, я не помню на каком месяце, по-моему, на 7-м или на 8-м я заболела ковидом. А как вы знаете, в этом периоде уже очень можно даже как бы рассчитывать на опасность преждевременных родов. Я сильно этого боялась, безусловно. Ковид был для меня, как для беременной женщины, достаточно тяжело переносимым. Более того, сам по себе он был нелегким. Я думаю, была средняя степень тяжести минимум, потому что мне было очень тяжело, меня трясло. Наверное, 2 дня у меня не снижалась температура, у меня было 39,5. Я так переживала, я находилась тогда на даче. Как раз это были выходные дни, мне надо было ехать в понедельник нам с мужем домой. Но таблетки, которые были на даче, они оказались просроченными. И те таблетки, которые выпила и ждала от них эффекта, я его не дождалась. А я беременная женщина, а нам ехать с дачи до нашего дома около 30 километров. Их надо было как-то преодолеть. И в тот день еще было очень жарко, по-моему, плюс 35 это было. Я мужу сказала, я же здесь остаться не могу, здесь таблеток нет, тебе надо на работу, а ехать нам надо, а на улице плюс 35, а у меня температура плюс 39, и мне очень-очень плохо, я умираю. И я еще к тому же беременная, и я ему сказала, ок, хорошо, ладно, короче, если дотяну, в любом случае, если мне станет еще хуже, надо будет меня везти в больницу, поэтому давай поехали, и я поехала домой. Очухалась только через сутки, когда начала принимать нормальные лекарства с нормальным сроком годности. Так что имейте в виду, если у вас просрочка, выкидывайте ее нафиг, потому что у вас будет большая-большая проблемка, если вдруг у вас срочно возникнут какие-то неотложные состояния, и вы, блин, вообще не сможете с ними справиться, как было у меня. Это очень опасно. Про то, что спать было очень сложно, переворачиваться сбоку на бок, болела сильно спина, болела матка, потому что когда переворачиваешься, она тоже там ходуном ходит, все, и не очень-то приятно. Еще частые мочеиспускания, это безусловно, за ночь могла встать, сходить в туалет, наверное, 4 раза. Там как-то поменьше, кстати, давило. Я как-то поменьше ходила, но мне надо было, если я была в квартире, надо было ходить всю ночь в туалет. Никакого развлечения не получится на этом триместре, радости никакой, еще от того, что нету полноценного сна. Это как будто организм чуть-чуть готовится к тому, что впереди полный трэш с тем, что вы абсолютно не будете спать в течение, блин, первых, наверное, 3-4 недель. Это будет ощущение, что вы просто вообще нифига не спите. Может быть, дай бог, в сутки я спала по 4 часа. Это был не сон непоследовательный, это был сон урывками в течение суток. И более того, еще даже от тревожности фиг заснешь, что называется, от мамской тревожности. И если, не дай бог, еще какие-то вопросы по ребенку, что было в моем случае, потому что у нас не сразу установилось грудное вскармливание, в связи с этим ребенок плохо прибавлял, желтуха развилась, то есть нам пришлось это все решать, и, конечно, мне как матери было очень сложно с этим смириться. Видео будет отдельное, где я расскажу, как мы с нашей Лялечкой, с моей любимой доченькой, проходили этот период, когда мы лечились в больнице буквально сразу после роддома, где мы пролежали тоже немало, 5 дней. И я надеюсь, что это тоже будет кому-то интересно и полезно, мой опыт, как это проходило. Возможно, другие мамочки тоже к этому уже либо будут морально вдруг готовы, да, либо они уже перенесли это и хотят узнать, как, допустим, мы те или иные проблемы преодолевали. И обязательно пишите об этом в комментах. Есть плюсы большие и большие минусы беременности. Конкретно в моем случае, в первую очередь, это много сил, большой прилив энергии у меня был, я строила столько планов, мне безумно хотелось все успеть просто, я носилась как энерджайзер, про меня говорил муж, что я просто какой-то энергетик выпила, и мне все время хотелось что-то делать.
Что, конечно же, отразилось на моей дочке, потому что у нас дочка точно такая же энерджайзер. Она такая вся активная, быстрее всех растет, быстрее всех набирает, быстрее всех держит головку, быстрее всех переворачивается. Вот, то есть, ну, у нее все какое-то быстрое. И папа у нас тоже энергичный, и я оказалась энергичная в беременность, хотя в целом я более-менее такая, ну, скажем так, спокойный типаж, и мне нужно на что-то настроиться, чтобы что-то сделать. Ну, беременность, она была для меня одухотворяющим, окрыляющим каким-то фактором, не столько даже в плане, что я беременна, а сколько гормональный какой-то был всплеск, который мне позволил так себя чувствовать, к чему я, безусловно, очень рада. К слову, во время беременности я училась в ординатуре, на втором году ординатуры. Я, получается, к тому моменту перевелась уже из нашего города-миллионника в город, где мы сейчас с мужем проживаем. И нас, получается, меня отпустили, и как бы на доучивание. Потом я летом сдала государственную итоговую аттестацию по ординатуре по специальности диетология. Еще я прошла потом аккредитацию по диетологии. В течение всей зимы и всей весны, получается, с февраля по конец мая я училась на вторую специальность. Вторая специальность — это врач физической и реабилитационной медицины. То есть я еще там экзамен сдала. Правда, по ней еще аккредитацию не прошла, потому что вот она будет в следующем году, в следующем году, который наступит, и там надо будет ляльку где-то оставить, пойти сдать. Тоже мероприятие серьезное. Более того, я еще сдавала, ходила 3 раза, сдавала на права. И у меня нифига не получилось, потому что меня абсолютно ужасным образом опрокидывал инспектор. Хотя я занималась у 4 инструкторов, я сдавала уже в большом городе экзамен, я училась в большом городе. И ездить, и теорию. Сдала 2 раза теорию с 1-го раза. 2 раза она уже сгорела, мне надо идти сдавать 3-й. В общем, там такой трэш. То есть эта история уже длится 1.5 года, из них я уже забеременела, я уже родила, а права я все еще не получила. Вот такая история трешечковая. И я, по сути, всю беременность пронервничала с этими правами, хотя, честно говоря, получается, что оно того не стоило. По поводу улучшения настроения, в целом у меня гипотимия, то есть у меня периоды бездействия, ничего не делания, апатии сменяются периодами супернастроенности, вовлеченности, радостного делания всяких моих хобби и проектов. И, безусловно, в беременность это прям активно отмечалось в плане, что настроение стало стабильно хорошим, что было редкостью. В основном у меня идут волнами, то есть то плохое настроение, то хорошее, то плохое, то хорошее. У меня не бывает ровно хорошего настроения. Но потом, конечно, после родов, забегая вперед, скажу, что случился жесткий дикий откат, то есть нельзя быть все время на хорошем настроении. После родов меня, конечно, накрыло. Вот, после этого я еще вам обязательно расскажу про послеродовую свою депрессию в отдельном ролике. По поводу хороших ногтей и волос. Не могу не отметить тот факт, что у меня после переезда в большой город в 16 лет, когда я поступила в университет, выпала большая часть моих красивых волос, которые были такие даже более прямые, чем сейчас. То есть у меня сейчас более волнистые волосы. Смею заметить, что в беременность у меня волосы как будто бы перестали выпадывать, а потом я вообще в этом уверилась 100%, что они вообще не выпадывали. Я когда ходила в душ, у меня было ощущение, что у меня столько волос, они такие плотные, но при этом ничего не падало в слив, то есть я не могла вообще ни одну волосину найти. При том, что я обращалась с ними достаточно жестко, я их постоянно мыла каждый день, потому что на самом деле еще потливость присутствует, не забывайте об этом во время всей беременности, особенно начиная, нет, вообще во всю беременность большая потливость, да. Поэтому волосы приходилось мыть каждый день, и не всегда я использовала бальзам, к сожалению. Более того, когда в больнице лежала, тоже бальзам не использовала, но это было уже после родов. И все равно волосы начали выпадать вот только в послеродовом периоде. И то, я бы сказала, что не сильно выпадают.
Кроме того, они еще были не только густыми, то есть перестали выпадать в беременность, они еще стали какими-то такими, знаете, плотными, такими на ощупь, как будто прям вот хороший такой добротный волос. Еще они быстро очень отросли. Вот я их подстригла вот до такого состояния, когда узнала, что я забеременела. У меня была вот такая короткая стрижка. И вот посмотрите, как они быстро отросли за полгода. Для меня это супер результат. Почему? Ой, да. Потому что у меня медленно достаточно растут волосы. Могут год расти, отрасти вот, ну, вот так вот отрасти. А тут прям вот видели сами результат, наверное, плюс 30 сантиметров. Я сама обалдела, когда поняла, что когда я расчесываюсь, у меня уже волосы дикой просто абсолютно длины, завистливой, которая у меня всегда была, но я ее почему-то не ценила. Вот, сейчас посмотрим, что в послеродовом периоде будет. Я вам расскажу обязательно, когда мы закончим грудное вскармливание и вообще в течение года, что случилось с волосами. С ногтями тоже история была такая же, что было все очень прикольно. Ногти очень-очень быстро росли. Наверное, раз в неделю я 100% ногти подстригала. Обычно я их подстригаю раз где-то в 10 дней. Вот, сейчас они перестали так быстро расти. Ну, то, что действие прогестерона заканчивается, и волосы стали выпадать, и ногти перестали так быстро расти. Ну, про плюсы я не буду говорить еще. Понятно, что мы в ожидании самого прекрасного чуда на свете. Лисенок! И еще быстренько про минусы, пока Ляська не проснулась. Лясик, мое золотце! Ты доченька мамина. Давай мы с тобой договорим, что тут у нас. Так, минусы, значит, сухая кожа у меня была. Да, доченька моя. У нас была сухая кожа у меня была очень сухая кожа. Были натоптыши на ногах сильные. Я делала педикюр практически каждую, наверное, 3 недели, это вообще просто для меня нонсенс. Вот очень быстро образовывались вот эти, вы поняли, девочки, меня. Дальше, по поводу тяжело коленям, тоже очень был интересный момент, когда мне было, наверное, когда за 90 вот уже перевалило, я весила 91 килограмм. Ой, самое главное забыла сказать, про вес. Я набрала за беременность 7 или 8 килограмм от исходного веса до беременности. Но я была до беременности достаточно полненькая. Я 84 килограмма весила при росте 171. Соответственно, все количество этих килограммов я сбросила после беременности. И плюс еще 7 килограмм. То есть я весила 74 килограмма. То есть 15 килограмм после беременности я сбросила сразу. И потом тут же их наела, 10 килограмм. И я опять вешу так же, как до беременности. То есть 84. Набрала я где-то за 3, наверное, недели. В больнице очень сильно переживала и теряла вес, мне кажется, поэтому. Еще там плохо кормили. Да ты мой котик. Да ты моя доченька. Что, животик болит? Животик болит, кися. Давайте. С ребенком очень сложно записывать видео, потому что не знаешь, в какой момент она проснется и так далее. На третьем триместре уже физических сил становится меньше. Появляется некоторая слабость и ощущение того, что уже скоро будут роды. Кстати, с этим связаны и в том числе и страхи. Страхи того, что скоро предстоит что-то неизвестное, и страх этой неизвестности, он порождает тревогу. Конечно, я скажу, что в третьем триместре я стала более тревожна, но, как мне сказал один человек, одна девушка, что на третьем триместре уже очень сложно о чем-то переживать, уже мечтаешь как бы освободиться, как говорится, от этой ноши, от бремени, потому что беременность происходит от слова «бремя», носить бремя, то есть это тяжело на самом деле. И единственная мечта только уже родить скорее здоровенького малыша. В моем случае было еще очень тоже непонятно, я потому что тоже не знала, как меня будут
роды разрешать. У меня был, так сказать, еще такой момент сомнения. Мне казалось, что мне могут и кесарево предложить, но по итогу кесарево не предлагали. И это был только, по сути, вариант естественных родов. Но про свои роды я отдельно буду записывать, потому что там все пошло вообще не по плану. И я думаю, что вторые роды я точно буду по-другому себя вести. Не в плане самих родов, как процессы уже, да, схваток и изгнания, как двух стадий родов, и третьего рода последовательный период. То есть вот эти три стадии, все они нормально прошли. Меня больше интересует дородовое, так сказать, сопровождение от момента, когда я попала в роддом, просто придя туда на консультацию. Спойлер. Вот. И я думаю, что это более интересная история. Обязательно смотрите ее, если она уже вышла на моем канале. Надеюсь, вам будет тоже полезно и интересно. Если вам понравилась история моей беременности, такая сумбурная и немножечко, быть может, нелогичная, обязательно ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. Будут еще новые интересные видосы. Если что-то уже вышло интересное, обязательно заходите на канал, посмотрите. Там классные, я думаю, видео отсняла для вас. Пока-пока!